Україна застосувала американську концепцію опору для вибухів у Криму. І їй це вдалося успішно, заявляє про це CNN. Йдеться про так звану оперативну концепцію опору. Її розробили Сполучені Штати спільно з НАТО та іншими союзниками у 2013 році після війни Росії з Грузією. Вона передбачає основу для здатності країни протистояти зовнішньому тиску і планування опору. Доктрина не призначена для створення чи підтримки повстанського руху. Її мета – створити санкціоновані урядом сили, які проводитимуть дії проти іноземних окупантів з метою відновлення суверенітету. CNN пише, що підходом керуються не лише українські військові, а й цивільне населення країни у рамках узгодженого опору російської армії. Доктрина опору передбачає насильницькі дії, зокрема використання коктейлів Молотова, навмисні підпали, додавання хімікатів до бензобаків для диверсії ворожих транспортних засобів та закликає до широкої кампанії з обміну повідомленнями, аби запобігти поширенню ворожих повідомлень та підтримувати єдність населення. Про це будемо говорити з Гаррі Табахом, капітаном першого рангу ВМШ у відставці. Гаррі, я вас привітаю в ефірі. Вітаю, Україна! Что же, начнем с этой концепции. Интересно от вас услышать, почему ее уже сравнивают вот с украинским движением в Крыму непосредственно, и действительно ли этот опыт, опыт этой борьбы, в том числе партизанской, мы переняли именно от Соединенных Штатов? Я не уверен, почему взяли этот опыт партизанской войны у Соединенных Штатов, потому что мы партизанскую войну не вели со времен нашей гражданской войны или войны даже за независимость. Я думаю, что просто у нас очень большой опыт, как вести вот против партизанскую войну, потому что мы такую вели и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Ираке, ну и во всех остальных войнах, в которых мы участвовали, бы военных конфликтов в Сирии и так далее. Конечно же, ну вот в этом как раз у меня есть кое-какой опыт, и никакая, вы знаете, партизанская или сепаратистская, ну это можно их называть как угодно, этих людей, для кого-то они террористы, для кого-то они бойцы за свободу, они никогда не происходят без поддержки какого-то государства. Какое-то государство должно поддерживать такие создания. Вы знаете, а как... Или партизанские. Как держать связь вот с государством, которое их поддерживает? Ну, потому что очевидно, что партизаны, они действуют там, где... их окружают, как в нашем случае, одни оккупанты практически. Это, да, неимоверно сложно. Очень сложно. Это одна из самых сложных операций, которые можно провести. Особенно, если вы говорите о таком месте, как Крым. Полуостров, который нашпигован российскими военными органами безопасности, ФСБшниками, ГРУшниками и разными другими контрразведывательными и разведывательными органами. Наверное, там самая большая концентрация. Это все. Плюс сам народ... такой склонен к стукачеству, склонен сразу бежать и докладывать на кого-то. Поэтому там, конечно же, чрезвычайно сложно таким группировкам действовать. Но, с другой стороны, также и большой опыт еще из 90-х, где орудуют такие, как говорится, бригады, которые, знаете, они одни из первых, которые становятся то, что мы называем партизанами. Они идут против захватчиков. Это частенько так было и в Италии во время Второй мировой войны, когда вот сформировалась там мафия. То, что мы называем первоначально, они были подпольщиками против фашистского движения. Вот, кстати, о стукатничестве. В России, если не ошибаюсь, за полгода 145 тысяч доносов власти сделали граждане. И в Крыму известно, что они также пытаются внедрить эту старую, недобрую, хочется сказать, советскую систему. Как вы считаете, удастся ли? Я думаю, что это да, это уже там, это такая, можно сказать, традиция. Вы знаете, есть такая хорошая русская поговорка: лучше стучать, чем перестукиваться. И вот очень часто там, я знал
людей из КГБ, которые мне говорили, что они очень часто отправляли этих людей обратно, потому что когда люди выходили, говорили, о, меня КГБ хотело завербовать на работе или еще там где-то в институте. Они говорят, это брехня, потому что эти люди сами приходили к нам, они сами стучали, они сами говорили на своего соседа, на своего сотрудника на работе, на своего друга, на свою любовницу, на что, своего любовника, на что угодно. Они засоряли эфир, как говорится, они занимали очень много времени, а вербовали таких людей, как священников, где люди там свою душу изливали, людей, которые там дипломаты, которые ездили за границу, или ученые, которые имели. Вот таких людей вербовали. А вот простолюд нет. Простолюды так, сам ходил и сам им тратил время их, потому что они вот кум, поганый человек, он им там не дал в долг 10 рублей. А какова цель? Вот просто, я не знаю, развестись с мужем, да, не получается, можно донос на него пойти написать? Ну, потому что, да, конечно, это можно в партийную ячейку, там, секретарю парторганизации нажаловаться, что он такой-сякой пьет, у него любовница, он гуляет, и вот бросает семью, разрушает семью, разрешает советскую ячейку. И люди ходили, и потом это же было влито вот Павликом Морозовым в воспитании. Вы просто молодой человек, и, наверное, не помните такого героя в детстве Павлика Морозова, потому что он настучал на своего. Это как раз Голодомора. По-моему, это исходило из Голодомора, где мальчик, папа пытается спрятать немного зерна, чтобы прокормить, чтобы семья не умерла от голода. А он идет и на папу наговаривает, и, в общем, потом его там вот эти кулаки его убивают, этого героя Павлика Морозова. А, в принципе, это был недоумок, он немножко умственно отсталый, который пошел и сказал, что вот папа прячет зерно. Ну и папу, конечно, в Сибирь, там зерно отняли. А Павлика убили, такого героя. Мы все хотели быть Павликами Морозовыми, когда мы были молодые. Вот вы пропустили такое счастливое детство. Вам это... И это что? Даже это не знаю, к сожалению или к счастью, мистер Гарри, честно говоря. Ну, я шучу, это я саркастически говорю. И детей в школе везде учили, что надо говорить, о чем родители говорят, слушают ли они, вот в моем детстве это было, слушают ли твои родители «Голос Америки» втихаря по ночам. Мои слушали. Ну, я не очень хотел быть Павликом Морозовым, поэтому я на своих родителей не настучал, соседи настучали. Вот, ну, это такие были вещи, да. Говоря о Крыме, продолжая разговор, наш Центр оборонных стратегий говорит, что есть признаки размещения тактического ядерного оружия. Вы верите в то, что оно может быть на территории полуострова? Я верю только в две вещи. Я верю, что мы все умрем рано или поздно, и я верю, что мы все заплатим налоги рано или поздно. Все остальное это такое. Оно меняется, вера. Я не знаю. Я знаю только то, что за ядерным оружием очень следят. И я служил в одной из такой организаций, которая очень... Одна из организаций такая была военная. Но есть много организаций на Западе, в Соединенных Штатах Америки, где мы следим за ядерным оружием, мы знаем, где оно находится, потому что у нас в 90-е мы все это открыли друг другу. Мы смотрим, как оно передвигается. И когда-то я был в команде, где мы пересчитывали, что оно там, где они сказали, оно находится, и столько, сколько они сказали, находится. Они делают такие же инспекции у нас. И я вот 4 года прослужил в таком роду войск, где мы ездили в Украину, в Россию, в Казахстан и Беларусь и просматривали, следили за ядерным оружием. Поэтому это очень, очень сложно будет передвинуть ядерное оружие, и потом его нельзя, даже тактическое, его нельзя передать простым войскам. Это специальные войска, и они тоже должны будут сдвинуться с места, и за ними тоже следят, это специальные люди. И потом... Когда люди говорят о тактическом и стратегическом ядерном оружии, оно, в принципе, одно и то же. Просто у тактического там заряд меньше. А это, в принципе, двигается оно и действует примерно одинаково. Поэтому я думаю, что это бы был большой скандал, и это бы разлетелось по всему миру, если вдруг где-то оказалось ядерное оружие, где оно не должно находиться. Ну, что интересно... От КГБшников можно ожидать все, конечно. Да, действительно. Интересно то, что и британская, и американская разведка не молчат по этому поводу. И, соответственно, большой вопрос, действительно ли это вообще-то разведки должны молчать. Это, поэтому они разведки. Поэтому, когда говорят, американская или британская или израильская разведка донесли то-то и то-то, вы сразу можете этим экспертам сказать, что они говорят неправду. Разведки
людям ничего не доносит. У нас в ЦРУ даже есть такая вещь, когда что-то спрашивают, из ЦРУ всегда исходит, мы не можем ни подтвердить, ни отрицать эту информацию, какая бы она ни была.